Недобросовестная работа управляющих компаний и многочисленные жалобы людей на это стали поводом для встречи руководителей коммунальных организаций города с главой Химок Дмитрием Волошиным. Жители обращаются в администрацию Химок, они просят помощи и поддержки. Почему люди пишут нам, а не вам? Раз они обращаются к нам, значит, вы с ними общаться не хотите. Химки вслед за всей Московской областью вводят стандарт работы для управляющих компаний, разработанный региональными ведомствами, жилищной инспекцией и управлением территориальной политики. Главное требование коммунальщикам – клиентоориентированность. Через сайты, домовые чаты и телеграм-каналы управляющие компании обязаны вести тесный диалог со старшими по домам, информировать о предстоящих работах и оперативно реагировать на жалобы и предложения жильцов. Замглавы Химик по ЖКХ Евгений Акуличев отметил, что администрация города будет следить за качеством оказываемых услуг и составлять рейтинги управляющих компаний. На постоянной основе вы проводите и комплексные обходы, значит, многоквартирных домов, территорий, весенние и осенние осмотры в рамках подготовки многоквартирных домов, прохождения осенне-зимнего периода. В новом формате уровень должен быть выше, в обязательном порядке подписывать, согласовывать и даже, возможно, и скорее всего проходить, да, вот это обследование проводить вместе с председателем совета многоквартирного дома. Кроме этого, Дмитрий Волошин потребовал от управляющих компаний, чтобы жители знали, на что пойдет каждый потраченный ими рубль. Для этого организации должны будут составить инвестиционные программы. Обязаны жителям объяснять, как тратятся их деньги. Обязаны. Это не просьба, это требование. Обязаны объяснять. Деньги с населения собираете, как эти деньги тратятся в течение года. Куда они тратятся. У вас должен быть у каждого предприятия план, что такое операционные расходы, что такое расходы ваши на ремонты подъездов, кто-то отказывается это делать. Все это будут делать. И если кто-то не будет это делать, коллеги, потом не держите, как говорится, зла. Придем проверять тогда вас, ваши счета, ваши предприятия, ваши офисы. Но уже не мы, чиновники, которые с вами просто разговаривают, а те органы надзорные, которые компетентны. Для всех управляющих компаний в администрации города подготовят единую форму инвестиционной программы, которую организации должны будут заполнять и предоставлять жителям многоквартирных домов. Всего в Химках 50 коммунальных компаний, которые обслуживают 1200 многоквартирных домов.